И немного спортивной информации. Проигрышем завершилась игра хоккейного клуба «Лида». На этой неделе в среду во втором матче второго этапа чемпионата Беларуси в экстралиге он встречался на выезде с хоккейным клубом «Химик» из Новополоска и не выдержал напора соперника. Итоговый счет 3-2, хотя и с минимальным перевесом, но в пользу хозяев. Для «Рыцарей» эта игра оказалась 12-й подряд, в которой они потерпели поражение. «Лида» сегодня снова на льду. Она играет на выезде с командой «Локомотив» Орша.